Дубль 2. Всем привет, меня зовут Макс, а продолжаю проходить игру GTA San Andreas на 100%, у нас статистика уже 89,84%. Просто что как вторая по счету часть, и берем следующую сюжетную миссию Дон Картус. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the lizard king. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took him up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best only for them up there. Я провалил миссию чисто потому, что нечаянно задавил макера, когда мы на ферму приехали. Пипец, я вот никогда в жизни на этой миссии, она ни разу на не фейлился, серьезно. Всегда эта миссия мне вроде проходилась нормально, мне никогда проблем не доставляла. Сейчас впервые я провел эту миссию, но не говорю, что я ее никогда не провалил, когда-то все равно были наверняка какие-то траблы, мне так кажется. Но, по крайней мере, за последнее время я вот проходил, я в последнее время на ней никогда не фейлился. Довольно забавно получился фейл. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно, не перезаписать не сложно, это уже дополнительная трата времени. Мне надо еще на 5 сентября ролик записать. Блин, тачка уже на грани. Аккуратно, не хотелось бы ее раздолбать эту машину. Вот серьезно, вот их так ни разу не боялся. Я говорил, у меня удачные попытки, к сожалению, но увы. Да, вот получаются и неудачные дубли. А! Вали. Блин, падла. Уехала. Пошли вы нафиг. Блин, опять мотик не взял. Не мотик нужен, дайте мотик. Пец, тихо. Пока не буду. Если ты попал, могу на месте. Я просто хотел мотик украсть. И, к сожалению, не попал по челу. Может, было с минихана, конечно, я побоялся, что... Так, блин, еще не туда еду. Черт. Ну как не туда?
Ей надо наоборот как таки было с той стороны заезжать. Только не туда. Ну стоять, гад. Стоп. Пипец тут хаоса сделал. Пипец, три звезды на ровном месте. Теперь бы еще доехать. Я надеюсь, после касцены звезды исчезнут. То иначе это будет Хьюстон у нас проблема. Пипец. Понятно, что приспитывать нет смысла, но вот просто интересно, вот, я не знаю, просто на этой миссии поскольку тут сбрасываться звезды или нет. О, а вот и байк. Кстати, я никогда здесь перед собой не видел в этом районе. Пипец. Обалдеть. Вроде как я доехал, сейчас главное, что только звезды спросились. Я говорю, это будет Хьюстон, у нас проблемы. Over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't you? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kid. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rack? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Чёрт, звёзды-то не убрали. Чисто челлендж пройти игру с тремя звёздами. Пипец, что делать? Конечно, может их челов вообще по идее оставить. Кстати, да, здесь есть вот Paint Spray, можно надо сейчас до него доехать. Что я не хочу сейчас проваливать миссию еще раз, знаете, попробуем просто до Paint Spray сейчас доехать. Там починиться. Потом спокойно вернуться и их забрать. Thank you.
Я думаю, надо делать именно таким образом. Yes. Вот и все. Копов сбросили. Теперь надо где-то найти машину хорошую. Ну, не как бы не то, чтобы хорошую, но, в принципе, на которой можно с этими двумя людьми уехать. Вот неплохая. Медленная, как не знаю что. Ладно, что остается делать? Это хотя бы что-то. Блин, я что-то не ожидал, что так долго буду эту миссию делать, но после взгляда две тыгровые вертушки это будет наше спасение. А ее рядом нигде, как назову, нету, вот поэтому так оно и выходит. На такси поеду сейчас все-таки. Тихо, ну только не в воду, только не в воду, только не в воду. Блин. Мне нужна хорошая тачка. Вот. Подойдет. Блин, по-моему, я не так поехал опять. Да уж, ребят, я не ожидал, что такой невидимости от миссии. Бега еще миссия находится в непонятном месте. Ну, в смысле, нам не надо этих двух людей забирать. Еще тут тачки нормально не попадаются. Нет, доехали, а вы начали здесь проблемы теперь добраться. Садитесь, господа. Вези Пола и Макера на змеиную ферму. So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Погнали на ту самую ферму. You look as pale as a drowned baby, man. Oh God. I think I'm gonna chuck. P, what you need is some food down your. A fried egg sarnie with mayonnaise will sort it. And what about a pickled egg? Pull over. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him?
Mayor City boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my sides ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a-fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Всё. Быстрее, в тачку. Не тупите, придурки. Быстрее, 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 быстрее. Всё, погнали. We'll just have to pray they've made it to civilization. Keep all this and drum at a ten a penny. Так, уехать-то мы уехали, то не за мной. Ой, теперь где-то надо подхилиться. Так, еду сюда. Блин. Блин, может его пересесть, хотя тут, ну, я не буду сейчас рисковать миссией. Все, нет, давайте все-таки на лучший город поедем. Не буду время тратить все-таки. О, уже одна звезда, так что все окей. Так, я думаю, мы уже вот миссию наконец прошли, пипец. Что-то спыхался с этой миссией, хотя вроде никогда она мне проблем не доставляла. Вроде как мы доехали, кстати, одна звезда, а окупающие меня даже и не пытаются трогать. Приехали. Мы приехали. Фух, прошли. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known. And instead, I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Carl. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical, even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tingle later. Mm-hmm. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey.
I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. Ура, миссия выполнена. Ой, наконец, 90% у нас 37%. Ну видите, вот уже пошел после последних десяток у наших процентов. Вот, принимаем звонок. Speak on. Oi, Cole. It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip around the office and see me double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Что, открывается миссия, я так понимаю, это миссии мафии. Да, мафия. Но мы поговорим о том же в следующем видео. А пока на этом видео я заканчиваю. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока!